Приветище! Это Зельда Слез Королевства. Мы находимся в кавернах, то есть под землей. И на мне наряд наряженной елочки. Ну, потому что смотри, какой я гирляндовый, светящийся. Жалко, правда, синеньких и красненьких огоньков на этой гирлянде нет, только белые. Ну, что поделать. Такой уж костюм рудокопа. Хотя сомнительный он немножечко. И похож на какого-то козла с огоньками. С огоньками, ну серьезно, ну что, почему на груди такой фонарь огромный, как колокольчик? Наверху у меня на рогах висят тоже маленькие колокольчики, только светящиеся. Ну, очень все это подозрительно похоже совсем не на костюм рудокопа. В общем, хорош болтать и погнали. Погоним мы с тобой в центральный рудник. Спасибо комментариям, мне подсказали, где искать статую с глазами. Ну, на данный момент у нее глаз нету, поэтому... Мы просто перемещаемся туда, в старый рудник, и попытаемся отыскать эту статую. А вот и мы, а вот и я. Статуя должна быть где-то под нами. Как писали мне в комментариях. Кстати, вот здесь есть какой-то проходик. С другой стороны, нету проходика? Вроде бы нету. Ладно, пойдем зайдем сюда. Посмотрим. Что у нас тут? А, это подняться наверх. В общем, ничего здесь такого-то нет в этом проходике. Но все же интересно, что нас ждет наверху, поэтому я поднимаюсь. О, не зря я сюда бежал. Надеюсь, что не зря. Ценный камень, меч, оружие. Большой зонар. Пригодится. Спасибо. Давай же тогда теперь спустимся еще ниже. Ух ты, тут эта статуя стоит. Барышня, которая привела нас к... А к чему она нас привела-то? К Герутскому руднику. Но как мы видим, тут шибко-то никуда и не... Хотя вон пролом. Здесь огромное дырище. Ого. О, вот ты какой старейшина, статуя огроменного чувака без глазу. Все ясно, вот куда их притащить. Спасибо за комментик, если бы не этот комментик, я бы искал эту статую очень долго. А где она находится? Она прям... Ну да, я тогда в прошлой серии предполагал, что она где-то в центре, потому что смотри, вот здесь вот глаз лежит, здесь глаз, тут глаз, и все они пересекаются в центре, то есть вот здесь вот. И я уже в прошлой серии предполагал, что он где-то здесь, этот старейшина... Но то, что он внизу, под землей, под рудником, это я не знал. Давай поболтаем с ним. Следуй четырем проломам на плато. Брось в них мои глаза, что лежат рядом, а потом спустись за ними, отыщи и принеси меня. Не вопрос. Я пошел за твоими глазками. Только вот тут вот еще пробегусь. Ну что, глазище, я нашел твой дом. Пора тебе туда вернуться. Один двигатель не зацепил и зонар 6 штук потратил. Эх, обидненько как-то. Сейчас сделаем небольшой трюк. Пролетим через арку.
четырем проломам на платах. Брось в них мои сети. Добрался до еще одного пролома, западный пролом Великого Плата называется это все дело. И где-то здесь во льду есть глаз. Надо эти льдинки растопить. Благодаря моему чудо-огненному мечу все это быстренько сейчас поплавится. Здесь нету. Здесь нету. Как бы все понятно. Значит, здесь глаз. В этой льдинке. Вот он! Выпал! Ну все, скидываем его. Ну и я тогда следом за ним. Ну вот и глазик. Думал, ты один сюда упадешь. Не-не-не, я с тобой. Все, поехали наверх. При помощи этого самодельного лифта. Классная, конечно, конструкция, но единственный минус, что эта конструкция тратит мои батарейки. Ну что, в этот раз мы будем добираться не на параплане, а по всей видимости на вагонетке. Ё-моё, ребят, вот вас стоять тут и не ожидал увидеть. Мне сейчас вот... Стой, не надо никуда ехать. Самое главное, это не переломать себе кости тут нафиг. Ю-ху! А что произошло? У меня кажется... ну двигатели отвалились. Это все нормально. Все хорошо. Рудник лощины Хайлия. Это что за рудник такой? Надо было там, наверное, остановить. Ну да пофиг. Фиг с ним. Приехали! Глазик отрываем и дальше... И дальше идем на другую вагонетку. У нас тут станция с пересадкой. Помчались! У-у-у-у. О, мы прям под центральный рудник заехали. Прикольно. Это очень хорошечно. Тут, кстати, и сундучок есть. Пойду-ка я за ним схожу. Глаз, естественно, будем поднимать на лифте. Вот и еще один глазик тебе притащил. Держи. Ты вернул мне два глаза. Теперь перемещаемся на воздушный остров. Ну, во-первых, я хочу забежать за батарейкой. Потому что у меня там 100 кристальчиков уже точно есть. И голем мне сразу говорит, хотите 200 списать, я тогда 2 энергоячейки вам сделаю. Конечно, хочу, давай. Ништяк. Вот это вообще по кайфу, спасибо. А я полетел. Отсюда очень отлично добираться до оставшихся 2 глаз. Погоди, а это что там за летающая ерунда? Это серьезно? Летающий зонар в воздухе завис. Обалдеть, я не знал, что такое возможно. Может, до него долететь? Блин, а где... Ну, кстати, я как раз лечу в сторону глаз и...
За зонарчиком этим могу залететь. А вид-то какой красивый, а? Пейзаж какой, ух. Солнце заходит за горизонт и все такое. Оранжевое, желтое, розовое. И мой параплан скоро сдохнет. Это вот самое некрутое. Так, подожди, мы, походу, до зонара-то и не долетим, потому что я уже пролетаю один глаз. А у меня как раз сломается параплан. Блин, я подлетел поближе, это нифига не зонар теперь. Это обычная глыба летающая. Тьфу ты, ну ты. Ну, вроде бы вот, я прям под глазом. Пикируем. Короче, предлагаю самое простое сделать планер и на нем отсюда удрестать. Вот так вот. Планер готов. И, собственно, полетели. Плохо полетели. Стоять. Можно даже вот так вот поставить планер и попробовать вот так вот взлететь. Поехали! Не, так не поручится. Хорошо, есть другой вариант. Более мощный. Так. У-ху! Ракеты решают вообще по полной. Слишком крут для этой мишени. Глазюку заныкали вон туда. Наверное. Сейчас посмотрим. Пробьем вот это вот все. Ага, точно. Заныкали. Так, значит, в этот раз я все равно первый улечу. Сделаю теперь вот так. И сейчас у нас будет гонка нафиг. Кто быстрее улетит? Я или глаз? Ага. Я прыгаю. Глаз отпускаю. Пока не вижу, чтобы глаз падал. Ай, миазмы. Глязь, ты падаешь? Блин, опять все подвисло. Прогружается мир, наверное. Я не вижу... А глаз-то уже упал, это как так? Я же вперед летел. Или это не глаз? А, нет, вот он глаз. Жулики! Так нечестно. Я должен был первым прилететь. Тут что, даже никаких конструкций нет. Из чего можно что-то сделать? Да, не густо. Ладно, берем на свои ручечники и потащили. Вон туда нам надо. А, хотя смотри-ка, тут рельсы есть. Тут есть... Во, я нашел механизмы. Ништяк. Все, сейчас поедем. Слушай, мне вот интересно, если на вагонетку поставить руль, я смогу урулить ей? Несмотря на то, что она по рельсам едет. Прям вот сюда поставить эту штучку. Вот так вот. Врубаем нитро, елки. Погнали. Смотри-ка, она реально поворачивает. Она как бы хочет съехать с рельс. Вот смотри, направо, вот налево. Блин, тут не так видно, когда по прямой едешь, вообще хорошо видно. Ну, короче, она поворачивает. Если назад затормозить, то не по... Ой, тут обрыв, мама мия. Ну, все обошлось. Едем как надо. Все, приехали. Короче, руль на вагонетку – это деньги на ветер. Ну что, моя милая статуя? Вот твой четвертый глаз. И чем же ты меня отблагодаришь? Благодарю тебя. Ты вернул четыре глаза в вместилище моего духа. Теперь я могу говорить с тобой лицом к лицу.
Мои четыре глаза в древности были похищены и запечатаны. Я целую вечность ждал того, кто услышит меня. А почему я так трясусь? Смотри на мое оружие. Ты выполнил мою просьбу. Позвольте мне исполнить свое обещание и вознаградить тебя. Давай, конечно, вознаграждать. Чего ты желаешь? Капсула сердца, капсула энергии. Капсула энергии, пожалуйста. Позволь наделить тебя желанной силой. Ура! Это, конечно, круто, но я ожидал костюм какой-нибудь, вот честно. Ну, капсула энергии тоже немаловажна. Твое желание исполнено. А теперь проваливай из моих покоев, я хочу отдохнуть. Это было поржачно.